Вы думаете, это мы где? А я вам скажу. Это мы на фронт-ярде нашей дачи. Вот я вам на той неделе показывал, что здесь содрали травку. А на этой неделе я вам показываю, что вот начались некие работы. Вот эти, ну как сказать, формочки, которые вы видите, они пластиковые. Но они уйдут. Это просто для того, чтобы бетон заливать. Вот то, что по центру, там будет травка. Травка будет искусственная, не настоящая, чтобы ее не поливать. Вот. И здесь будет там бетон, и камнями будет выложено, и так далее. Guys, what's going to be here in between? Stones and planting and the boulders, like the boulders over there, the big Понял. Rocks. Вот вокруг, значит, это искусственные травки, вот тут. Значит, тут будут, значит, камушки, растения и так далее. Вот тут слева будет бетон, чтобы мы могли в дом заходить. Вот там дверь входная. Вот, тут будет забетонировано. В общем, будет красиво. So, how many days will it work? Will it take to do it? Probably two more days. Two more working days. Two more weekends. Probably two and a half, maybe. So we might come during the week. So. Okay. В общем, вот так, друзья, вы видите, что у нас тут происходит. Когда траву всю содрали, возникло ощущение, что очень большой фронт-ярд. Вот. Так это казалось такой маленький-маленький. Он оказывается большой-большой. Вот, будем наблюдать. А вот это, друзья, очень интересный инструмент. Я надеюсь, что вы знаете, как это называется. Вот. Это не ледоруб. Нет, это не ледоруб. Это вот такой инструмент. Давайте мы, значит, кто знает, пусть напишет в комментариях. И, естественно, друзья, я думаю, что я заслужил лайк, показывая вам всю эту прелесть. Особенно с учетом того, что теперь мне придется выслушивать мнение экспертов из всех республик бывшего СССР, вот, о том, что все это долго не просуществует, никому это нафиг не надо, красоту убили. Вместо того, чтобы бассейн вот тут выкопать посередине, значит, посадим искусственную траву. В общем, так вот, все возможные предложения я уже так догадываюсь. Вот, поэтому... Два лайка вы поставить не можете, ставьте один.